Некоторое время назад я писал об игрушке Planeta Rewards, которая позволила вам поучаствовать в галактических войнах и сразиться за порядок и спокойствие в родной системе. Герой этого обзора позволяет вам заняться примерно тем же, но в игре Planet Wars вы увидите красивую графику, получите возможность развивать планеты и сможете встать на сторону одной из трех противоборствующих сторон. Вашей основной задачей в Planet Wars станет подчинение соседних планет и, как следствие, полный захват системы. В зависимости от размера планет, вы сможете разместить на ней от 2 до 4 зданий. Это могут быть жилые дома или оборонительные башни. Если первые увеличивают общее количество юнитов, то вторые помогут в случае, если соседи вздумают пойти на вас войной. Для управления своей армией вам необходимо выбрать планету и количество войск, которые будут участвовать в этом сражении. Если же вы решите атаковать неприятеля всеми силами, то просто поставьте маркер на нужной планете, и все войска ринутся в бой. Даже будут отправлены новые юниты. Но в этом случае ваши планеты останутся только под защитой наземных башен. Каждая из противоборствующих сторон обладает уникальными войсками. Например, корабли одной расы отличаются усиленной атакой, в то время как другая отправляет в бой более маневренные корабли с меньшим показателем атаки. Но третья сторона – это некий баланс между первой и второй. Какую же сторону выбрать вам, решайте сами. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.